Здравствуйте, друзья, еще раз. Второй анекдот от нашего тезки Юры Гармониста. Спасибо, дружище. Короче, работают на стройке русский и еврей. Таскают кирпичи там на этаж. Русский постоянно по 10 кирпичей носит, а еврей по одному. Это замечает прораб такой, подходит к еврею и спрашивает. Слышь, говорит, а что за фигня-то? Еврей ему такой с негодованием. Да этот русский вообще скотина ленивая. Ему лишний раз лень пройти туда-сюда. Пока, ребят, всем здоровья и процветания, хорошего дня.